друзья, эта неделя у нас мурчащая и мяукающая. И поющая от боли. У ребенка тоже тяжелая судьба. Был хорошим, домашним, любимым, вроде бы. А затем хозяева наехали на него машиной, потому что кот уснул у них под колесами. И все, что они могли придумать, это взять кота, отнести в клинику и сказать: «Усыпите». Вот так Марвел попал сначала в клинику, где он находится сейчас в стационаре, а потом предоставлен к вашему вниманию. Ребята, таких горе-хозяев до хрена и трошки. Простите мне, мой русский. Но Марвела прооперировали, челюсть ему собрали. Котик будет жить. И от нас с вами зависит, что перевесит в этот раз. Зло или наша доброта? Кушаем мы вот так пока. Первый день после операции. Половина мимо. Давай, давай, дружочек. Ну, что-то пытаемся. Уже хорошо. Уже хотя бы нас не убивает. Кушай, кушай, давай, кушай, кушай. Давай, давай, давай. Язычок же работает у тебя. Марвел нуждается в вашей помощи, друзья. И неважно, кто мы в сердце. Собачники, кошатники или рыбок любим. Мы прежде всего люди. Человек это ведь временами звучит так гордо. Мне хочется быть человеком. Таким, каким нас задумывал Создатель. А не тем, во что мы превратились. Ребят, быть человеком очень трудно, но вы рядом. И я счастлива, что вы мои друзья. Я счастлива, что вокруг меня настоящие люди, которые понимают и боль мою, и радость, и слезы. Спасибо вам. Спасибо вам за дружбу и за то, что вы просто рядом, хорошие мои. И пусть у вас все-все будет хорошо. И как бы трудно вам ни было, всегда помните, ребят, вы не одни. Вы с нами. А мы с вами. Добра вам, мои хорошие. Крепкого здоровья, благополучия. И полную-полную, счастливую благополучия чашу дома. Спасибо вам, друзья. Вы наша жизнь. А мы ваши проблемы. Но дружба, она ведь и проверяется тогда, когда тебе плохо. Я уверена, настанет время, и приют встанет на все четыре лапы. И, ребят, не важно, что нас ждет дальше. Важно то, как мы проживаем сегодняшний день. Потому что он уйдет и не вернется. А мы с вами продолжим жить. А впереди у нас, ребята, у всех. Всех без исключения, черта. И от нас зависит, как мы ее переступим. С тьмой в душе. Или со светом. С добром. Храните доброту своих сердец, люди. Храните доброту. Этот ролик о трех покалеченных животных. Это мизер из той боли, кусочки которой нам удается облегчить. У нас страшный мир, ребята. Очень страшный. Я могу только просить вас, будьте добрее. Пожалуйста, будьте добрее. Они такие же живые, как и мы с вами. И испытывают те же самые чувства. Ту же самую боль.
люди, пожалуйста, не пожалейте для тех, кому больно, капельку своего внимания. И клянусь всем святым этого мира, ваша доброта к вам вернется. Вернется тогда, когда вы ее не будете ожидать, но она будет вам необходима, и она обязательно к вам вернется. Я это знаю. Я это испытала. Я в это твердо верю. Храни вас Бог, люди.